Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое криптовое видео на всем русскоязычном ютубе. Ведь самые страшные, самые мистические видео только на моем канале. А это значит, перед началом не забывай подписаться на мой канал. Нажимай красную кнопку, чтобы она стала серой. А также не забывай поставить лайк, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео. Ну и колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых страшных видосах. Вот так все выглядит. Итак, ребята, если вы смотрите каждое мое видео, которое выходит среда, пятница, суббота, воскресенье, то есть 4 раза в неделю, то вы должны знать, что сейчас происходит, ребята. Я заказываю на сайте Darknet различные зелья монстров, и вы смотрите, что же получается. Так вот, одно из недавних видео, когда Дима выпил зелье. Кого ты пил? Чаки, и он превратился в Чаки. А еще я выпила зелье Фредди Крюгера и превратилась в Фредди Крюгера ровно на час, ребята, чтобы ничего и никому не сделать там какого-то плохого или что-то там, чтобы не случилось. Мы стараемся после превращения, когда мы увидим, во что мы превращаемся, мы стараемся заключить этого монстра, в общем-то, за решетку или как-то его связать, чтобы это зелье перестало действовать, и наконец-то же мы превратились в нормальных людей. Сегодня мы хотим опять совершить очередную ошибку, ведь у нас осталось еще одно зелье. Зелье Майкла Майерса, которое прямо сейчас на ваших глазах будет пить мой оператор Дима. Ребята, просто вы не представляете, когда зелье пьет Дима, с ним происходят вообще необъяснимые вещи. Это очень страшно, правда. И я советую вам досмотреть это видео до конца. Самые классные комментарии обязательно попадают в мои видео. Ребята, не забывайте подписываться на мой инстаграм, _ Ирина Ясинская. И также смотреть мои крутые видосы в ТикТок, Ясинская58. Ребята, я все объяснила. Это просто мощь. Так что бомбите, ставьте лайки, подписывайтесь. И будем расти, расти. Скоро нас будет 500 000 подписчиков. Также со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, Лаки, покажись всем. Лаки, Лаки, немецкая овчарка. И она помогает мне бороться с этими монстрами. Да, моя девочка, вот так вот. Но Лаки не будет пить зелье. Лаки не будет пить зелье, потому что они очень опасны. Ты будешь мне помогать в другом, да, моя хорошая девочка? Да, ставьте лайки, Лаки. Ну, а мы отдаем эту бутылочку с зельем Диме. И та-дам! Считаем до 3. Раз, два, три. И Дима будет пить. Как насчет того, чтобы выпить всю бутылочку? Ох, это очень опасно, друзья. А если я обратно не вернусь? Нет, нет, нет. В любом случае написано то, что действовать будет в течение часа. Ну, я правда не знаю, мы такого никогда не пробовали. Ну, ладно, ладно, ладно. Достаточно выпить один глоток, Дим. Один глоток. И вести себя нормально, понимаешь? Бороться. Вот, а то мало ли, потому что Майкл Майерс, ребята, я думаю, многие знаете, он приходит как раз на Хэллоуин. Что-то там какой-то мальчик, погоди, я расскажу. Короче, мальчик там убил свою сестру. Ты вообще знаешь историю Майкла Майерса? На Хэллоуин? Он убил свою сестру, потом убил всю свою семью, короче, потом на Хэллоуин ходил, всех вообще убивал. Ну, это маньяк. Что-то такое, да. Короче, этот маньяк, который неубиваемый, потом его поймали, посадили в психушку, он сбежал, короче, будь очень аккуратным. Давай, короче, все, ребят, погнали. Все, он сделал это, ребята. Зелье Майкла Майерса выпито. Ну, как на вкус? Как на вкус и цвет? Короче, ребята, прямо сейчас Дима выпил зелье Майкла Майерса, и он не может мне сказать, какой оно на вкус. Пахнет какими-то могилами. Ты куда пошел, Дим? Ребят, что-то происходит. Что-то. Слушайте, это зелье реально бомбически. Вот раньше нам приходилось ждать хотя бы там несколько минут, чтобы оно подействовало, ребята. Но сразу же после первого глотка Диме становится плохо, и он начинает трансформироваться. Он начинает превращаться в Майкла Майерса. Стопудово будет интересно. Дим, ты в порядке? Дим, ты как? Короче, ребята, смотрите, у меня сейчас возник план, чтобы нам не ловить Диму. Мы сейчас его закроем дома. Дим, идем со мной. Мы сейчас его закроем. Давай, 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 идем. Идем, мы сейчас его закроем дома, короче. И подождем, когда он трансформируется, потом посмотрим в окно. Посмотрим, получилось или нет. Тогда мы с вами увидим без риска для нас. Короче, ребята, мы закрыли Диму там. И сейчас, на данный момент, он должен превратиться в Майкла Майерса. А мы вместе с вами будем наблюдать за ним вот в это окно. Черт, ребята. Черт, тут все занавешено.
Блин, как же я так просчиталась, ребята, это просто жесть. Как же нам увидеть Майкла Майерса? Нам придется теперь открывать дверь. Короче, ладно, ребята, у меня есть отличная идея, в принципе, как я боролась против Чаки. Возьмем какое-нибудь орудие, ребята, и загоним его в эту клетку и закроем там. И подождем, пока пройдет ровно час, ребята, потому что где-то около часа, не более, действует это зелье. Но самой трудной задачей будет это поймать, его туда заманить. Ребята, слушайте, трансформация идет. Я чувствую уже дыхание Майкла Майерса. Майк, это ты? Майкл Майерс, это ты? Черт, я забыла закрыть дверь. Черт, ребята, смотрите. Что это было? Это было его оружие? Это было мачете или что-то? Это нож был? Я не разглядела, ребят, что это было. Это просто жесть. Лаки боится. Лаки, иди ко мне. Черт, ребята. Господи боже, это Майкл Майерс. Дима превратился в Майкла Майерса. Жесть, он размахивает мачете. Это просто трэш, ребята. Это нереальный ужас. Черт, Майкл Майерс, давай не будем. Черт, стой. Куда он пошел? Что он хочет делать? Куда он? Черт, что он делает? Майк. Ребята, он куда-то исчез. Я вот он. Слушайте, он просто как бешеный ищет себе новую жертву. Ребята, это просто жесть, я не знаю, что делать. Давайте хотя бы спрячемся, что ли, в этот дом. Черт. Жесть. Ребята, слава богу, он не видел, куда мы спрятались. И мы можем спокойно понаблюдать. Реально, Дима превратился в Майкла Майерса. Лаки, не шуми. Черт. Тихо. Нам повезло, он нас не заметил. Лаки, не шуми. Он нас не заметил. Черт, он так и будет ходить. Нам нужно заманить его. Он здесь. Нам нужно заманить его в клетку. Черт, куда он пошел? Он пошел в лес? Слушайте, ребята, он где-то в лесу. Он ушел в лес. Черт. Лаки, ищи. Ищи, куда пошел Майкл Майерс. Мы должны его поймать. Майкл! Майкл Майерс, где ты? Черт, он сзади нас! Черт, где он? Где он? Он бежал прямо за мной. Блин, ребята, он попал. Куда он делся? Майкл Майерс, ты где? Черт, он... Он же бежал прямо за мной, вы видели? Блин, Майкл Майерс, где ты? Майкл Майерс! Блин, мы должны его поймать. Вот он, так он здесь. Он здесь. Я видела его. Черт, он идет сюда. Нужно что-то придумать. Точно. Что-то придумать. Вот это подойдет. А ну остановись, я тебе говорю. Стой. Слушайся меня, я твой создатель. Стой. Слушайся. О, черт. Черт, ребята. Может быть, можно как-то его обойти. Черт! Блин, мне страшно. Я не знаю, как с ним справиться. Бежит за мной. Черт. Бежим в клетке. Да не трогай меня. Не трогай меня. Пожалуйста, умоляю. Помогите мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Цой! Не заставляй меня воспользоваться этим. Слушай сюда.
Слушай мою команду, забирайся в клетку. Забирайся. 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 А, черт. Черт. У нас получилось. Ребята, у нас получилось. Я его закрыл там. Ну как тебе? В клетке. Посиди, маньячок. Подумай над своим поведением. Ребята, у нас есть минут 40 подождать, пока Дима превратится обратно в нормального человека. А, черт, походу я отключилась. Дим, ты как? А, черт, походу я потеряла сознание. Походу, я сильно испугалась. Жесть, я, ребят, говорю, когда Дима пьет зелье, просто жесть начинается. Я не могу. Он такой страшный. Он реально превращается в этих монстров. Я очень... Это очень страшно, правда. Дим, ты так... Как? Дим... Иду. Сейчас. Что происходит? Выходи. Выходи. Майкл Майерса? Да, ребята, это побочное действие. Человек после того, как выпьет зелье, ничего не помнит. Я тебе покажу все на видео. Я все сняла на камеру. Это было ужасно. Ты себя как чувствуешь? Слава богу, все закончилось, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до встречи в новых видосах. Пока!